Если можно посадить политика неугодного в тюрьму, травить его, это значит, что если граждане не отреагируют на это будет прецедентом. Мы здесь только поддерживаем россиян. Конечно, и Навального, и россиян большей части. Навальный меньшинов! Навальный меньшинов! Навальный хочет провоцировать государственный переворот на части территории Советского Союза. Фактически никакой независимости не существует ни в Молдове, ни в самой России, ни в одной из бывших республик СССР. Мы находимся в положении внешнего управления. Я рад тому, что в Молдове могут высказывать оба мнения. И здесь никого не разгоняют в этом плане. То есть в этом и заключается демократия. Încălcarea drepturilor omului este o crimă gravă absolut mondial. Nu contează dacă asta se întâmplă în Rusia sau în Moldova, în Belarus sau în Корея де Норд. Россия все больше и больше превращается в тоталитарное государство, в котором права человека ничего не значат, в котором человек ничего не значит. И это, конечно, может повлиять на все соседние страны.